саженцы роспе, то есть инв-открытый грунт высаживают осенью. Участок выбирают хорошо освещенный с дренированной почвой. Сорт саженцев роза П, то есть обладает устойчивостью перед морозами, многими болезнями и вредителями. Высота кустика достигает от 90 до 105 см, а ширина – 70 см. Цветение обильное и сопровождается появлением крупных, густомахровых цветочков диаметром до 12 см. Лепестки окрашены в ярко-оранжевый цвет. На протяжении всего периода цветения от кустарника исходит яркий аромат. Используют крупномеры розы П-тостин для создания цветников и розариев. Роза кустовая П-тостин – это кустарники высотой 90-105 см с типом роста высокорослый, диаметром 120 см. Цветет растение в месяц июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Аромат у цветов сильный, окраска цветка медно-оранжевый. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 10-12 см. Летом листва темно-зеленая, осенью листва темно-зеленая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Розу кустовую П-тостин создал Остен, Великобритания. Годом создания растений считается 1995. Растение заслуженно завоевало следующие награды: RHSAGM Australia Certificate of Merit 1998. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.